В складе драмтеатра, где и будет проходить фотовыставка, практически круглосуточно работают участники проекта, а также сотрудники компании «Аквафон». Интерьер в помещении был изменен согласно стилю, который будет представлен во время выставки. Здесь даже стены выкрашены специально в белый цвет, чтобы они гармонировали с окружающей обстановкой. Сами фотографии уже на месте, осталось только их развесить. Стиль дополнит горная палатка у входа, через которую будут заходить гости. На выставке специалисты расскажут о горнолыжном спорте и о специальном снаряжении. Видите, здесь конуса одета, да? То есть, когда ты поднимаешься в горы, не скользит лыжня. Потом, когда ты уже поднялся, ты снимаешь, отклеиваешь, и можешь скатываться на хорошей скорости. У наших абхазов все это было. У них были такие лыжи, у них были специальная шерсть, которая вот, при помощи которой они не скатывались. Эти снегоступы, у них были кошки, которые делали из подков. То есть все, вот об этом, обо всем мы хотим рассказать, что на самом деле этот мир нами забыт. В рамках фотовыставки также пройдет и презентация мелодий, созданных специально для проекта «Горная Абхазия». По словам автора проекта Тенгиза Тарба, это делается специально для того, чтобы гости почувствовали особую атмосферу, которая царит в горах и которую в полной мере смогут передать фотографии. Все эти работы в разные времена года, и зимой, и осенью, и летом, они будут представлены, все лучшие работы, которые мы сделали, как мы считаем, они будут представлены на выставке. В течение этих двух недель будут постоянно какие-то вечера, посвященные горам Абхазии. Мы будем рассказывать о традициях наших, о традициях поведения в горах. Планируем пригласить детей со всех районов Абхазии, где в доступной форме мы им расскажем о том, как нужно себя вести в горах. То есть мы взяли с собой все экспедиционное оборудование, сложное, но при этом мы будем им говорить и о том, что почти все это оборудование современное, оно было у абхазов и стоит 200 лет назад, и они его использовали. На самих фотографиях, которых здесь будет представлено более 200, изображены необыкновенные пейзажи гор и природы в разное время года. Это результат путешествий сотрудников проекта «Горная Абхазия» за последние 5 лет. Все эти снимки были сделаны в самых необыкновенных и даже порой в труднодоступных местах. Сам процесс отбора фотографий для выставки был непростой, это заняло достаточно много времени. Мы постарались собрать самые интересные фотографии, потому что материала очень много, и сделать интересную экспозицию. Я думаю, это будет особенно интересно подрастающему поколению. У Тенгиза очень красивые фотографии, они яркие, насыщенные. Это очень сложно, на самом деле, поймать такие моменты, потому что в горах очень быстро меняется погода. И действительно, нужен большой период времени, там вот 5 лет. За 5 лет это то, что нам удалось сделать. Я постарался собрать фотографии, наоборот, отражающие, может быть, внутренний мир. Но это, конечно, скорее всего, мой взгляд. Они более драматичны. У меня с годами выработался свой стиль. Такой черно-белая контрастная фотография. В рамках фотовыставки ее организаторы планируют также провести еще ряд мероприятий, в том числе и презентацию фильма. Посетить фотовыставку смогут все желающие в течение 2 недель. Также в планах организаторов привозить школьников из всех районов республики. Сария Смыр, Тимур Гугухия, Абхазское телевидение.